Так, ребята, всем привет! Приехали мы в молодой лес пособирать грибы, маслята. Сейчас будем ходить, посмотрим, найдем ли мы грибочки. Ну, говорят люди, что грибы вроде бы есть. Взял свою всю семью, и мы идем. Так, что вы там кричите? Маслята! Так, детвора нашла грибы. И мы сейчас походим. Опа! Есть! Красавчик! А ну не срывайте, я хочу посмотреть их. Они фотографируют тоже грибы. Вот такой вот грибочек, ребятушки. Красавчик! Смотрите, масленочек спрятался. Так, мы сейчас его обрежем вот так. Опа! Положим сюда. Спрячем плодоножку. А потом я все почищу дома-то, помою. Вот такой вот грибочек. Вот красавчик. Так. А ну пошли посмотрим, что там. А ну. А ну. Вау, ничего себе. Стоп, стоп, подождите. Мутировавший гриб. Мутировавший? А, глянь, двойной такой сросший. Угу, давайте этот обрежем. Пап! Пап, тебя! Сейчас, дорогие друзья, обрежу и пойду я сейчас там. Так. Дальше. Ну давай же, посрезай. Ля, взяли грибок, раздавили. Вот детвора. Это как червивый. Да нет, вроде. Так. Опа. Гляньте, ребята, смотрите, червь. Рядом с ним лазал червь. Вот он. Гляньте, червяк. Вот червь. Лазил червь здесь. Выползок. Подожди, давайте его обрежем. Ну не надо, ну зачем? Тоже грибочки, наверное, кушал. Вот, видите, дырки в грибах. Наверное, вот этот грибок он ел. Так, ладно, друзья. Так, все, продолжаем поиск. Продолжаем поиск грибов. Ай, красота. Так, давай мой нож сюда, тут ты его потеряешь. Так, ребята, только зашли в лес. И вот уже наши грибочки. Наши грибочки. Меня это радует. Так. Опа-на. Это что за грибы? Опа, ребята, что это за грибы? Кто скажет? Я не знаю, что это за грибы. Это какая-то поганка, наверное. Это какая-то поганочка. Так, ладно. Продолжаем. Так что, ребята, грибочки есть. Так, кто-то здесь уже был, я смотрю. Вот обломанная ножка. Обломанная ножка. Кто-то уже здесь собирал, наверное, грибы. Собирали. Так, пока я грибков не вижу. Не вижу, не вижу. Что там, сынок? Есть грибы или нету? Нет. Пока нету. Пап, я знаю, где грибы. Ты знаешь, где грибы? Да. Вот много грибов. Если я не ошибаюсь, вот эти грибы вообще съедобные. Вот это вот. Я не знаю, как они растут на лугах, где коровы пасутся. Но это не шампиньоны, а я помню их. У них запах такой, они так пахнут. Их много-много, такие целыми семьями они растут. Я не знаю, как они называются, эти грибочки. Куда ты покидал их, Саня? Зачем ты их бросил туда? Так, а вон лесочек у нас такой есть, поле. Лес. Сейчас посмотрим. Да, Сашенька, да.
Так, это не те грибочки, Сань, не те. Красота. Опа-на! Вот он. Вот грибочек. Аккуратненько, Саша. А ну держи ножичек, давай срезай ты. Стой, подожди, я сейчас выровняю все, почищу, травку уберу. Вот так вот. Давай, Саша, вниз, вот так внизу самым режь. Нет, нет, ну, Саня. Вот сюда надо было резать. Чем ниже, тем лучше. Режь. Ножку вот там, ниже. Вот так, режь. Ну, что ты режешь, Санек? Ну, ты артист. Не спешишь. Раз вот так. И все. Ну, ничего страшного. Хороший грибок. Опа. Хороший грибочек. Пап. Положи эту ножку назад, где ты взял ее. И вот еще, смотрите. Пап. Ребята, грибочки есть. Дай я, Саш. Так. Пап, я поискаю еще один грибок. Вау, и маленький тут какой-то еще грибочечек. Вот такой. Вау. Грибочки есть. Есть грибочки. Красота. Есть. Красота. Вот они, ребята. Вот они. Картошечка обеспечена. Жареными грибочками. Ребята, надо идти в лес за грибами. После дождей. Есть грибы. Так, ух ты. Птичка мертвая. Вот смотри, вау, кто-то ее убил. Не трогай руками. Муравьи съедают эту птичку. Птенчик, кстати, наверное, маленький, да. Да, дай мне ее, папа. Брось, брось, Саша, не трогай руками. Еще, ребята, гриб. Гриб, гриб. Вот он спрятался. Смотрите, как он спрятался. Спрятался грибочек. Ай, мой красавчик какой, а. И мой. И твой, Саша, муравьи по рукам лезут. Выкидаю. И муравьи лазают тут. Пап, выкидай его. Так. Круто, уже есть чуть-чуть. Уже есть чуть-чуть грибочков. Ой, пропустили мы грибок, Саня. Смотри, вот он, не трогай. Аккуратненько, не трогай его, Сашенька. Смотрите. Ребята, смотрите, вот грибочек еще один. Ладно, я его возьму. Да. Ложи его, покажи грибочек, Саша. Так, ложи, все. Не бросай, хорошо, надо ложить его, потому что ты, когда бросаешь, ты ломаешь ему... Это шапки отламываются, да. Так, ребята, грибочки есть. Немного, но есть. Немного, но есть. Так. Пап, в этой ночи ящерица была. Ага, там ящерицы живут, правильно, ты знаешь. Так. Деревьями посмотрим. Нету ничего. Нету, нету. Санька, давай сюда. Так. Под травкой посмотрим. Ничего не вижу. Нет, ножик не надо носить, потому что ты его потеряешь. Ведерко хочешь поносить? Поносишь, хорошо. Поносишь, хорошо. Так. Что-то не вижу.